Здравствуйте, это новости Дагестана в студии Джамиль Шарипова. И вот главная тема. Первый из конца. Дагестан в аутсайдерах по доступности аренды жилья семьям с детьми. Внимание! Аварийный участок в одном из микрорайонов Махачкалы. Мост под угрозой обрушения. Монета из прошлого об уникальной археологической находке в древнем Дербенте. Смотрите через несколько минут. Строительство новых очистных сооружений в Дербенте планируют завершить в 2023 году. Об этом стало известно в ходе рабочей поездки в город Сергея Меликова. Руководитель региона ознакомился с ходом очередного 5-го этапа строительства северных очистных сооружений. Об этом сообщает пресс-служба главы республики. Напомним, что реконструкция очистных сооружений 80-х годов постройки была начата в 2008 году. Сейчас проект претерпел значительные изменения в соответствии с современными требованиями. Мощность очистки стоков составит 25 тысяч кубометров в сутки. Со временем она будет доведена до 40 тысяч кубометров. Дагестан стал одним из аутсайдеров рейтинга субъектов России по доступности аренды жилья для семей с детьми. Об этом свидетельствует исследование, проведенное агентством РИА Новости. Чуть больше 23% семей с двумя работающими родителями и двумя детьми в нашей республике могут арендовать квартиру, чтобы при этом оставались деньги на повседневные расходы. Ситуация хуже только в четырех регионах страны. Крыму – 21,8%, Севастополе – 26%, Кабардино-Балкария – 19,1% и Чечне – 18,9%. Эксперты объясняют такую ситуацию высокой безработицей и занятостью населения на низкооплачиваемых местах работы. Суд в Дагестане продлил арест двум бывшим сотрудникам Росгвардии, которых обвиняют в убийстве экс-главы села Новокули. Срок задержания под стражей братьев Салмана и Сулеймана Курбановых на этот раз продлен на 2 месяца до вынесения приговора. Напомним, они проходят по громкому делу убийства Абакара Капланова. Преступление произошло 6 февраля в отделении полиции советского РОВД. Тогда в ходе конфликта в Капланова было произведено 36 выстрелов. Единственный мост, соединяющий махачкалинские микрорайоны Анжи и Пальмира, сейчас находится под угрозой полного обрушения. Пешеходная часть моста уже пострадала. На свой страх и риск местные жители передвигаются по путепроводу, который может рухнуть в любую минуту. Подробности расскажет Асель Манапова. Этот мост был построен еще 15 лет назад силами местных жителей. Сейчас он пришел в негодность. Раджа Прабаданов здесь живет с 2010 года. Он первым стал бить тревогу во всей инстанции. Ни один мост надо строить здесь. 9 улиц есть, параллельно идут, ни одного моста нет. Построены просто кооператорами, ребятами, вот это, которые построили временный мост. Отсюда сейчас большое движение. Не меньше движения, чем аэропорт Омского шоссе. Понимаете? Чем поток большой машин идет сюда. Этот мост соединяет городские микрорайоны Анжи и Пальмира. Поскольку сейчас он частично обвалился и находится в аварийном состоянии, городские власти приняли решение о закрытии его на реконструкцию. Было решено, что мы установим временный мост металлической конструкции. После подготовки проекта и включения данных работ в определенную программу, либо за счет муниципального бюджета, на будущий год работы по строительству капитального моста будут сделаны. Ближайший проезд с одного микрорайона в другой, если закрыть этот мост, только федеральная трасса. Поскольку это будет занимать гораздо больше времени у местных жителей на поездку в город, городские власти настроены оперативно решить проблему. Я думаю, что городская администрация приложит все усилия, чтобы в короткие сроки решить данную проблему, и чтобы люди могли также беспрепятственно пользоваться новым мостом для переезда через речку Толгинка. Руководство администрации Ленинского района Махачкалы просит местных жителей отнестись к закрытию моста на реконструкцию с пониманием. Временно объезжать данную дорогу можно по так называемому Джигитскому мосту. А в город пока местным жителям надо ездить через проспект Насрудинова. Асель Манапова, Нурмагомед Магомедов, новости ННТ Махачкала. Дагестан получит деньги на развитие виноградарства. С 2022 по 2024 год правительство России выделит из федерального бюджета некоторым регионам страны около 7,5 миллиардов рублей на развитие виноградарства и виноделия. В
числе объектов страны, получающих средства, и наша республика. Деньги пойдут на посадку новых площадей, а также на уход и разработку новых методов возделывания солнечной ягоды. Кроме Дагестана, финансовую поддержку получат Адыгея, Ингушетия, Татарстан и ряд других регионов. Уникальная находка. Два клада с монетами в ходе раскопок археологического комплекса 11-12 веков было найдено на центральной площади Дербента. Сам комплекс был обнаружен в процессе работ по благоустройству городской площади. Древние медные монеты будут выставлены в качестве экспонатов в Дербентском историко-архитектурном и археологическом музее-заповеднике. Изначально задача археологических исследований заключалась в изучении остатков храма святого Георгия Победоносца XIX века, но при выполнении работ были выявлены жилищно-бытовые останки XI-XII веков в хорошем состоянии. Ученые отмечают, что это уникальный случай, когда в жилище обнаружено такое большое количество монет. Хозяйство, бытовые остатки 11-13 века представлены остатками жилищ, тандыров, печных конструкций, двух водоводов, состоящих из керамических труб, одна из которых проведена в палатковой системе. Ну, видно, что город постоянно обживался в этот период и очень большое развитие города. Новое общественное пространство по проспекту Петра I, 59, готовится к открытию. Напомним, в текущем году в рамках комплексного благоустройства микрорайона «Редукторный» здесь уже обновили две дворовые территории и заасфальтировали улицу Каримова. Городские власти обещают, что в рамках программы будет рассмотрена возможность включения в план всех близлежащих дворов. В этом году в рамках реализации программы формирования комфортной городской среды в городе Махачкала благоустроено 7 общественных территорий. На данный момент мы находимся на территории по адресу проспект Петра I, 59И, где на площади 5600 квадратных метров была благоустроена заброшенная территория. Ранее тут находилось 38 гаражей, которые были вывезены. Территория расчищена, подготовлена под благоустройство. Мы планируем на будущий год также благоустроить дворовые территории, находящиеся в данном микрорайоне, и заасфальтировать дорогу по улице Каримова. Дагестан – кузница чемпионов. Наши спортсмены с 2017 года по 2021 год выиграли более 5000 медалей, среди которых 1700 золотых. Это награды, выигранные на официальных первенствах России, Европы и мира, в том числе на Олимпийских, Паралимпийских и Сурдолимпийских играх. Эти данные на заседании правительства республики озвучил в Рио глава Минспорта региона Сажид Сажидов. Сегодня в состав сборной Дагестана по различным видам спорта входит почти 1500 спортсменов. Это представители борьбы, бокса, дзюдо, тяжелой атлетики и других видов спорта. Две золотые медали. Дагестанские спортсмены завоевали первые места на первенстве России по дзюдо среди спортсменов до 18 лет. Соревнования прошли в городе Ижевск. Победителем весовой категории до 50 килограммов стал проживающий в Ставрополе дагестанец Богатыр Акаев. Награду высшей пробы в весе до 60 килограммов добыл Султан Алиев. Отметим, что лучшие дзюдоисты по итогам чемпионата страны войдут в состав сборной команды России для участия в первенствах Европы и мира. Я просто настроился хорошо. Хотел победить и победил. Какая тактика, может быть, на эту встречу была у вас? Или вы импровизировали по ходу поединка? Я просто хотел очень сильно выиграть. И это все, о чем мы хотели вам сегодня рассказать. Всего доброго и до свидания.